Каждое утро в кадетской школе начинается с построения и развода. Но сегодня здесь по-особенному торжественно. Поздравить кадетов приехали представители военных ведомств, правоохранительных органов, руководители ветеранских организаций и участники боевых действий в локальных конфликтах. Сегодня вручение погон – это не просто дата. Понимаете, это новый образ вашей жизни. Вы становитесь другими, вокруг вас меняется обстановка, и уже то, что вы находитесь на этой территории, уже будет называться отчизной. Вы свою судьбу связываете с отданием долга перед защитой нашей Родины. Очередное воинское звание для кадетов – это не только новая ступень в учебе, но и большая ответственность. Погоны обязывают быть примером для младших сослуживцев, соблюдать дисциплину, проявлять себя в военно-патриотической работе. К слову, старшиновцы – одни из самых активных в этом направлении. Кадеты принимают участие во всех памятных городских мероприятиях. Стойко несут многочасовую вахту у мемориалов. За эту важную работу кадетам вручили боевые кортики. Для многих ребят эти достижения – фундамент будущей профессии. Собираюсь поступить на ФСБ. В городе Анапе. Собираюсь дальше учиться в этой школе, достигать высот, получить более высокое звание и, конечно, хотелось бы стать старшиной школы через пару лет. Форма дисциплинирует их, сильно дисциплинирует. Кадет, он всегда, когда одет в форме, он является образцом для подражания другим. Запрещено нарушать самому и удерживать других от недостойных поступков. Поэтому это в первую очередь то, что я акцентирую всегда их внимание. Кадет – это личность большой буквы и в учебе, и в дисциплине, и во всех других вопросах. Памятные дипломы кадеты также получили и за спортивные достижения. По-особому отметили и тех, кто помогает добиваться высоких результатов – педагогов. Им вручили почетные грамоты и цветы. Руслан Душевский, Анапа регион.